Всем привет! Сегодня у нас 15 июня. Смотрите, какая красота. Горы, скала, сокол. Вообще, да? Вообще. Подсветочка сейчас вот это вот. Как раз на закате. Смотрите, как все прорисовывается четко. Да? Все красотень. Любуйтесь, пока есть возможность у вас. Классные деревья здесь растут. А там вот пирс и рыбаки. Сегодня у нас ветрено, ветерок, смотрите, да, даже прохладненько. Ну, люди уже все разбежались, сейчас 7 часов 20 минут, а вот это горя орел, тоже какая она, да, красотень какая. Тут вообще-то еще сидит. Кто-то еще сидит. Там сидят люди. Ну, они, естественно, не купаются. Тут что-то ищут, что ли? Люди выискивают. Так. Ну, а мы с вами давайте тогда пройдемся немножко по набережной, одно из красивейших мест Крыма, Нового Света. Тут идет стройка, что-то там делают они, поэтому такие звуки, люди снимают, людей хорошо немного, все в общем-то радует. Лодки причаливают, катера, они там на царский пляж. Ой, смотрите, а кто-то же в море еще есть. Сейчас мы поближе купаются. Но она, в принципе, водичка как бы уже прогрелась. Но сейчас солнца нету, поэтому людей нету. Без солнца, конечно, сложно. Вот смотрите, какой цветок. Не знаю, как называется, но очень оригинальный, конечно. Здесь такая зона для сидения, да? Это шезлонги для гостей гостиничного комплекса Новый Свет, вот эта вот зона. Вот, да, есть купающиеся, двое всего, причем с кругами они. Здесь тоже люди сидят. Ну, 8 часа уже, обычно все расходятся в это время. А вот, смотрите, тут розы. Какие здесь розы. Кстати, вон висит желтый флаг, он что-то означает, не помню, то ли можно, то ли нельзя купаться. Картинки он там продают разные. Ну, вот эти вот гамаки деревянные.
тут от какого-то пансионата или кого там. Да. Есть желающие спутаться, но, как мы видим, они больше балуются. Просто пройдемся, даже можно ничего не говорить. Просто смотрите, проходочка вечерняя. Тут такая красота. О, смотрите. Сейчас вам еще покажу. Собака. Собачка лежит. Заснула. Видно, да, ее? Многочисленные вот эти едальни, чебуреки там всякие, что хотите, шаурму, морская кухня, вот столики. Огненный дракон. Донер пицца. Кстати, хороший аппетит возникает после прогулочек вот таких по свежему воздуху. И тут лодок-то сколько, смотрите. Сейчас попробую их приблизить. Куча. Стоит там. А с этой стороны пеките печи. Тут же где-то чебуречное недалеко, вино на разлив, пожалуйста, вам устрицы крымские вон там, а вот здесь вот чебуреки, вот они там. Заказывайте чебуреки и кушайте, кому они нравятся. Вот это закрылась лавочка туристская. А мы сюда.
еще сходим. Наверное, дойдем до причала. Тоже кто-то купается. Кто-то еще купается. Смотрите, а тут какая штуковина стоит. Старинная какая-то. Как это называется? Телега, да? Здесь различные магазинчики. Только тут не продают все, что хотите. А вот эта лодка Таврия. Сюда лучше посмотреть. Сейчас мы ее приблизим. Вот она какая. Какая-то галера древняя, типа вон там эти все весла, да? Весла. Вот банан. Вот это причал, отсюда ходят катера. Какой оригинальный отель. Наверное, крутой он все-таки. Так, вот так. На гору направлю. Смотрите, какая подсветочка шикарная. Ну и по сути дела все вот на этом как бы. А вот еще там приблизненько. Смотрите, там судак у нас. Вот там вот. Меганом, сколько я знаю. А вам еще показать гору Сокол. Вот. Сейчас она вообще шикарна, конечно. Ну все. Всем пока.